Хоть Штирлиц и говорил, что не сезон собирать грибы зимой, но вот здесь можно. Прямо из-под снега торчат лисички. Это офигеть. Вот можете полюбоваться. Вот такая вот красота. Идешь по лесу, снег, а они прям желтенькие, их видно. Можно собирать. Ну, вот тут замороженные лисички. Прям. Вот кто говорит, что это, помнишь это? Кто они... говорит, что грибы не растут? Еще как вот раз. Вот они растут. Лисички. Вообще класс. Замороженные. И грибами пахнут. Ага. Ай, блин, красота. Сейчас прям вот жарь, вари и жарь. Ё-моё. Жареха, вареха. Идешь так по лесу и можешь встретить беременное дерево. Но это не чага, это елка. И на ней вот какой-то нарост такой, прямо уж явно. И вот так вот такие красивые зимние полянки с березками. И вот она идет, дорога, по которой мы идем. Идем, идем, идем. Интересно, красиво, изумительно. Вот такие красоты в лесу. Вот тропинка идет. Вся завалена буреломом, правда. Вот. И вот эта тропинка пошла туда дальше. Люди, правда, ходят по ней, еще что-то китают. Но вот лес такой тихий, спокойный. Птиц все нету. О, кто-то какая-то живность кричит. Вот так вот ветром выворотила елку. Вон она туда лежит. А здесь вот прям корневище вырвано. Вот так сильно. А дальше вот такой буреломчик лесной. Красотень. Лисичек просто море, блин. Замороженных. Как говорится, природный холодильник. Лес, красота. Вот дорога идет, по которой мы прогуливаемся. Лисичек, я говорю, что немерено, хоть действительно. Ходи и собирай мороженое, лучше всякого холодильника. Какие чудеса природы. Такое дерево упавшее. И мхом поросло. А вот там уже выход, дорога. Вот такой вот зимний лес. Где-то поляны даже снега нет. А где-то все... уже в елочках и в снегу. Так что вот такая красота нашего леса.